Добрый день. А я Регина Виолетова, и с вами специальный репортаж с Региной Виолетовой. А мы находимся в банке, который за последний год добился потрясающих успехов. Чистая прибыль этого банка достигла рекордных отметок, и скоро он может войти в список главных учреждений России. Итак, как вы поняли, мы говорим о тюрьма-банке. Мы находимся с вами в офисе тюрьма-банка, колонии строгого режима «Серый дельфин». Сейчас мы поговорим с начальником колонии Вячеславом Владимировичем Мясниковым. Здравствуйте, Вячеслав Владимирович. Да. А скажите, пожалуйста, а как вы поняли, что в вашем учреждении находится еще и банк? Ну, вы знаете, мне позвонил сотрудник и предложил продиктовать цифры с карты. А я узнал его голос. Ну, как узнал? Я увидел, что он кому-то звонит. Вот. Ну и потом, уже позже, в карцере, он мне рассказал, что в нашей тюрьме находится еще и банк. Вы сразу ему поверили? Нет, конечно. Но когда с моей карточки списались деньги, я понял, что у нас в тюрьме действующее банковское учреждение. Если не секрет, сколько списались карт? Не секрет, 1,5 миллиарда. Откуда у вас такие деньги? Это не мои, это просто у одного губернатора на прогулке выпало. Понятно. Скажите, а насколько опытные сотрудники работают в вашем банке? Ну, вы знаете, были бы опытные, они бы сюда не попали. Но, с другой стороны, чем меньше опыт, тем больше у них стаж здесь. А где же ваши сотрудники? Их не видно. А они уже как раз сейчас должны с прогулки возвращаться. А вот они. Сели быстро. Скажите, пожалуйста, а можно посмотреть, как проходят звонки? Да, конечно, мы вам сейчас покажем. Так позвонили быстро? Как вы строго общаетесь с сотрудниками. Это наша корпоративная культура. Звони, мне сказал, быстро. Извините, пожалуйста, вы не могли бы отвернуться? Дело в том, что им нужно достать телефон. Давайте отвернемся, сотрудникам нужно достать телефон. Итак, пока сотрудники достают свой телефон, да. А мы у вас спросим, какие у вас планы на будущее? Ну, вы знаете, в планах закупить новое оборудование, потому что прошлое оборудование один придурок сожрал вместе с батоном. Понятно, да. Что, достали? Быстро звоним, показывая. Алло, здравствуйте, это сотрудник тюрьма-банка. А не могли бы вы продиктовать 3 цифры с оборота вашей карты? А кто это? А, тюрьма-банк. Вам звонят зэки. Хотим код карты узнать. А вы не Сбербанк? Нет. Не БТВ? Нет же. Мы обычные зэки с зоны. А, так конечно, сейчас продиктую. А то жилье это задолбало. Записывайте. 6-3-2. А, благодарочка. А, подождите, а есть у вас для меня какие-то кредитные программы, спецпредложения? А, нет, ничего нет. Просто деньги возьмем и все. Не звонить, не писать не будем. Вы честный банк. Господи, спасибо вам. А, вам спасибо. Очень интересно. Да. Скажите, а как вы находите новых клиентов? А я вам сейчас покажу. Вот смотрите, видите, 10 цифр. Любая комбинация этих цифр — это и есть клиент нашего банка. Скажите, что и все с удовольствием сотрудничают с вашим банком? Ну вот, к сожалению, нет. Есть такие, которые немножечко сомневаются. Сейчас мы вам покажем. Так быстро позвонили Степану Васильевичу. Алло, Степан Васильевич, нам надо списать все деньги с вашей карты. А я вам не верю! Банки так честно не разговаривают! Так, дедуля, видеосвязь, смотри сюда зрением. Смотри, это Баланда, это Зызя, это Шконка, это Падла. Пошли нафиг, тиктокеры поганые! Вот, очень упорный, нам бы его начальником отдела. Ну, ничего, подождем. Как говорится, был бы у человека аккаунт в соцсетях, а статья найдется. Ну, то есть, получается, в целом население вам больше доверяет. Конечно. Стали больше доверять. А кому еще у нас в стране доверять? Ну, сами подумайте. Мы самая надежная организация. Вот все развалится, а мы будем.
нас никогда не закроют, потому что нельзя закрыть закрытые. Как интересно у вас. А можно я тоже попробую позвонить? Да, давайте, знаете что? Я вам сейчас одну фоточку сброшу, а вы репост сделайте. Так, хорошо. Все, сбросил. Все, сделал. Сделали? Да. Вот, отлично. Так, что вы делаете? Это я вас трудоустраиваю. Да. Насколько? Ну, минимум лет на 10. Идите, вам сейчас все выдадут. Проходите хорошо, туда. Да. Давайте, проходите. Идите. Ждем вас, товарищи. А вы добро пожаловать в наш дружный, сплоченный коллектив «Тюрьма Банка». Все, что нужно, у вас всегда под рукой. Трудоустройство в один клик. «Тюрьма Банк». 2 миллиона сотрудников. Самая большая сеть филиалов по России. 1000 лет на рынке услуг. Твой дом – тюрьма. «Тюрьма Банк». Здравствуйте! Вы замечательно выглядите, Регина Виолетовна. Очень круто. Прям. Принимайте нового сотрудника. Замечательно, пожалуйста, проходите. Добрый вечер, хат.